Представляем вам обзор российского дорожного горшка «Хэнди Потти», победителя премии «Золотой медвежонок 2016». Горшок продается в специальной сумке, поэтому его можно легко взять с собой. В комплекте поставляются также подробная инструкция по применению и одноразовые пакеты. Принцип раскладывания механизма очень прост. Нужно потянуть ножки в стороны, нажать на специальные выступы и перевести их в вертикальное положение. Стоит заметить, что в режиме горшка Хэнди Потти имеет оптимальную высоту посадки, самую большую среди аналогов. Снимаем сиденье, надеваем пакет, накрываем его, и горшок готов к использованию. В сумку вложены 3 пакета, но можно купить их дополнительно. Есть упаковки по 15 и 35 штук. Особенность пакетов в том, что они снабжены абсорбирующей вкладкой, которая впитывает до 150 мл жидкости, превращая их в гель. После использования пакет снимается и выбрасывается. Дополнительно можно приобрести многоразовую вкладку из термопластичной резины и превратить дорожный горшок в обычный. Такую вкладку легко мыть, и срок ее службы не ограничен. Есть и третий вариант использования горшка. 2 простых движения, и это уже накладка на унитаз. Ножки покрыты антискользящим покрытием, поэтому за безопасность малыша можно не переживать. Новый Хэнди Потти российского производства – прочный горшок-трансформер, который удобен в любых обстоятельствах. Ситуации разные, Хэнди Потти 1.